Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Я попал с сердцем в больницу на скорой, это когда мы с Кевином закидались таблетками Эмиля. Ему их прописал врач от сердца, я не помню, что это конкретно было. Вот, и он говорит, я 3 закинул, у меня прям нормально штормит. Мы такие, вот, давай тоже, короче, закинемся. И мы закинулись, я 6, Кевин 5 таблеток. Я не знаю каких. Короче, от сердца каких-то. Вот, через минут 40, через час я почувствовал, что мне что-то довольно хреновато. И мы зависали у Кевина. Я прихожу к Кевину в комнату. Кевин лежит, весь бледный, не может двигаться. Я говорю, что такое, Кевин? Говорит, мне хреново. Я говорю, блядь, мне тоже, давай скорую вызовем. Кевин говорит, не, нельзя. Потому что, ну, типа, что мы будем говорить? Давай перетерпим. Я говорю, что-то, блядь, не нравится мне это, перетерпим, давай все-таки вызовем скорую. Я вызвал скорую. Нас забрали на 2 тачках, каждый из нас был, типа, в скорой помощи. Вот, я помню, что у меня пульс был 180, или давление было 100, я не помню. Короче, был полный пиздец, врачи были в полном ахуе. А я лежал и разговаривал с Кевином, типа, Кевин, как ты думаешь, что мы будем им рассказывать? Кевин говорит... Типа, ну, давай им расскажем правду, что это же не наркотики, мы просто взяли какие-то таблы с аптеки, которые дали по рецепту Эмилю. Вот, ну, мы договорились, вот, что поступим так. И все, я как-то отрубился, на следующий день я проснулся в реанимации. Вот, и Кевин был в другой палате. Ко мне пришли родители, менты, врачи и психолог. И начали задавать мне вопросы, типа, почему вы решили покончить жизнь самоубийством? И мы такие, в смысле? Я? В смысле, какое самоубийство? Че, ебанули, что ли? Вы просто хотели поторчать немножко. Да нет, вас вчера, типа, или за день, или за два до этого нас поймали с трамбой. Там 5 грамм у нас было с собой. Ну, это полная чепуха, за это ничего не будет в Германии. Типа, тогда еще были 90-е, конечно, ты получал за это штраф, заяву, суд и все остальное, но ты за это не уезжал никуда. Вот, и им показалось, что мы испугались настолько, что нас поймали с травой, чревато пизделями от родителей, там, судебным разбирательством и так далее, что мы решили покончить жизнь самоубийством и, типа, закидались таблетками. Вот, и нас хотели отправить в психушку, типа. И поэтому пришли менты, и пришел психолог, психиатр. Ну, психиатр, точнее. И я говорю, так, нет, расслабьтесь, я никуда не собирался уходить из этой жизни, тут у меня все заебись, я просто хотел поторчать. Вот. У Кевина было то же самое, когда уже приходили психиатр, менты, и спрашивали, не хотел ли он покончить жизнь самоубийством. Но самый пиздец был, когда нас выписали на следующий день, и я, и он знали, о чем разговаривали, лежа в машине скорой помощи. Дело просто в том, что я был в своей машине, Кевин был в своей машине скорой помощи. Но мы четко помнили, о чем мы говорили, что мы договаривались. Что мы будем рассказывать?